сравнивать с шампанским, которое вот шампанское, французское, за счет чего выиграет просекко? За счет того, что просекко при схожих органолептических свойствах в 3-30 раз дешевле бутылки шампанского. Соотношение цена-качество у Абрау примерно такое же. Так что в дальнейшей перспективе качественные ивристые вина, произведенные в России, вполне могут составить конкуренцию и ивристам мирового уровня. Но, правда, это достаточно отдаленная перспектива, потому что там этим занимались десятилетиями, если не столетиями, а Абрау только сейчас начинает это делать.